Главные волшебники зимы и Пожаркин подарили детям праздник. Сегодня бийские спасатели посетили краевой социально-реабилитационный центр «Надежда» и поздравили его воспитанников с наступающим Новым годом. Такое мероприятие в приюте для несовершеннолетних проходит второй год подряд. Его организуют накануне новогодних праздников и по случаю Дня спасателя, который в нашей стране отмечают 27 декабря. Поэтому сегодня поздравления звучали не только от Деда Мороза и Снегурочки, но и от Пожаркина. Дети пели, танцевали, водили хоровод и отгадывали загадки. Также они вспомнили телефоны экстренных служб. Отметим, что цель мероприятия – популяризация профессии пожарной среди детей. Сегодня в процессе проведения мероприятия детям были вручены сладкие подарки, да, это конфеты, а также памятка, где разъяснены, требования пожарной безопасности при возникновении чрезвычайной ситуации.